Nokia 5220. Разбор. Nokia 5220 Express Music. Недорогое решение из серии музыкальных телефонов финского производителя. Аппарат предлагает стандартный для телефонов среднего класса набор функций. Козыри модели – необычный для Nokia дизайн и демократичная цена. Начинаем разбор. Предварительно снимаем заднюю крышку и извлекаем аккумуляторную батарею. Отверткой Т6 откручиваем два винта в верхней части аппарата. Пластмассовой лопаткой поддеваем пластиковую вставку по всему периметру телефона с внешней и с внутренней стороны. И отсоединяем ее. Затем пальцами отсоединяем переднюю панель, она фиксируется на двухстороннем скотче, и вынимаем клавиатуру. Далее отверткой Т6 выкручиваем 4 винта. Затем поддеваем металлической лопаткой фиксаторы в верхней части корпуса и отделяем системную плату с рамкой от средней части телефона. В средней части корпуса находятся лоток для сим-карты, два полифонических динамика, разъем заряда, разъем аудиогарнитуры и окошко для камеры. Средняя часть корпуса меняется целиком в сборе с полифоническими динамиками, разъемом заряда и разъемом аудиогарнитуры, в случае, если ломается лоток для сим-карты. Происходит это, потому что пользователи нередко забывают о блокираторе лотка сим-карты. Далее отсоединяем шлейф подложки клавиатуры. Затем освобождаем плату из металлической рамки, отщелкивая боковые фиксаторы. После всего, не снимая рамки, металлической лопаткой отсоединяем коннектор дисплея и отсоединяем системную плату. На системной плате находятся камера, разъем дата-кабеля, вибромотор, контакты разъема заряда, контакты аудиогарнитуры, контакты аккумуляторной батареи, контакты сим-карты, разъем карты памяти, коннектор подложки клавиатуры. С обратной стороны платы находится цифровой микрофон, контакты разговорного динамика и коннектор дисплея. Телефон разобран. Дальнейшему разбору конструктивных частей Nokia 5220 посвящены иные ролики. Нам остается только показать, как выглядит полностью разобранный аппарат.